Губернатор вместе с вице-премьером Дмитрием Казаком проверил, как идет благоустройство набережной. Эскизный проект того, как она будет выглядеть, уже разработан. Стихийные застройки под запретом. Вот сегодня, еще раз подчеркну, у нас есть вся возможность сделать, на самом деле, это красиво, как сказал Дмитрий Николаевич, и в едином архитектурном стиле. Уже это должно быть украшение. Сегодня эта набережная может стать украшением Сочи. Не испоганить это все, потому что, послушайте, где такая уникальная там, так сказать, ситуация? Вот, красивая набережная, море, там людям должно быть приятно, комфортно. Это вопрос престижа самого Сочи. Строительство Эмеретинской набережной полностью закончено. Ее протяженность 6,5 километров. Осталось только все обустроить.